Здравствуйте. Это Красинская районная дума. А вы здесь работаете? Игорь Леонидович, вы справку сдавать? Давай. Так интересно, вы меня даже знаете. А как вас зовут? Интересно. Хватит чудить, Игорь Леонидович. Ну, как учить чудить? Пришел незнакомое все лица. Вот что. Представьтесь, пожалуйста. Вы меня знаете, я вас не знаю. Да. Как это получается? Понимаете, вот пришел, напоминает выпуск какой-то из богоугодного заведения. Ни фамилии, ни имя отчества никто не знает. Вот. Так вы работник Красинской районной думы или нет? А вот по вопросам декларирования, так сказать, своей депутатской деятельности, это к вам или к кому-нибудь еще? Никакого декларирования нам не надо. Вы справку о доходах через нас передаете губернатору. Вот, я бы хотел узнать вот по этой справке, почему меня своевременно не информировали. Своевременно? За месяц это мало? Нет, за месяц это в самый раз бы было. И когда мы с вами встречались за месяц? И мы с вами только не встречались. Да, ну как конкретнее, в каких обстоятельствах вы меня информировали? Так, все, за месяц. Я интервью не даю. Нет, не интервью, я просто... Хватит вот этот цирк устраивать. Просто хочу... Просто хочу разобраться. Вы сдаете справку? Я хочу получить... Уточнить. Можете сдать ее на втором этаже в 21-м кабинете, если не хотите. Нам сдавать можете сдать там целую Ларисе Михайловне. Она повезет губернатор. Можете напрямую ее сдать. Ладно, я хочу все-таки уточнить. Вот есть федеральный закон, номер 303. Я по нему в прошлом году сдавал эту справку. До 1 апреля там конкретно, ясно указано. А на проверку нужно сдать 19 марта будущего. То есть у нас опять цирк уехал. За отбирание фотоаппарата? А, нет, товарищи, у меня украден фотоаппарат. У меня украден фотоаппарат. Давай. Хочу. Товарищи, вот будьте свидетелями. Меня ограбили. Меня конкретно ограбили. Конкретно ограбили. Следующий раз? Да. Все, я думал, что ограбили. Сейчас вызываем полицию. Будьте добры, у вас телефон есть, вызовите полицию. Вызовите полицию, пожалуйста. Саксонов Игорь Леонидович.